Два крупных факта взяточничества раскрыты антикоррупционной службой. Сотрудник Центра занятости населения Петропавловска подозревается в систематическом получении денежных средств за предоставление коммунального жилья из жилищного фонда, находящегося на балансе организации. Стоит сказать, что арендное жилье предоставляется в рамках программы «Ембек». Сотрудник, воспользовавшись возложенной на него задачей по реализации данной программы, действовал через двух подельников. Им была отведена роль в поиске нуждающихся в жилье людей. Сумма взяток варьировалась от 550 до 800 тысяч тенге. В отношении лиц санкционирована мера пресечения содержания под стражей сроком на 2 месяца. Также во взяточничестве подозреваются сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции города Петропавловска. Они подозреваются в получении взятки в виде денежных средств в размере 300 тысяч тенге от водителя транспортного средства за непривлечение к административной ответственности. Ведется досудебное расследование. Хочется отметить, что данный факт стал одним из примеров реагирования антикоррупционной службы на обращение неравнодушных сознательных граждан по фактам незаконных действий со стороны должностных лиц.